Всем привет-привет! Рада видеть вас на своем канале. Меня зовут Надя, и сегодня у нас с вами будет очередная распаковочка, обзор, тестирование посылочек, заказанных на сайте AliExpress. Ссылки, как всегда, будут в описании под видео. Кто впервые на моем канале еще не подписался, обязательно подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео на канале. Итак, сегодня только получила эту посылку и будем вместе с вами ее открывать и смотреть, что тут мне пришло. Вот как мне пришло. Сейчас будем смотреть, что тут внутри. Только сегодня получила и вместе с вами открываем. Короче, еле открыла. И давайте посмотрим, что тут упаковано. Я по треку не смотрела, еще не знаю, что тут мне пришло. Ко мне много разных посылок в пути идет, так что кто еще не подписался, подписывайтесь, будем вместе с вами смотреть. Уже знаю, что тут мне пришло. Это мне пришли товары от Modelonis. У меня недавно был обзор на продукцию Modelonis. Кому интересно, можете посмотреть в моих предыдущих видео. Это пришли их новиночки. Мы сейчас с вами все посмотрим. Это идет неон серия 6 гель-лаков. Это идет у нас 8 гель-лаков по 7 литров, немного они меньше в объеме. Но мы с вами начнем вот с этих неоновых. Доставка очень быстрая, доставка со отслеживанием. Ссылки я вам оставлю как на AliExpress, так и на официальный сайт. Классные у них там новинки вышли. Вот так все упаковано под пленочкой. Такая классная коробочка, отлично подойдет на подарок, так и для себя любимой. Так, так все красиво презентабельно. Вот что заявлено: у флет по 6 штучек по 200 миллилитров. Так, инструкция. 12 месяцев после скрытия. Так, фокус. Как-то так. И давайте будем с вами смотреть на эту новую их серию. Так, как это тут открывается? Вот их новые красавчики. Вот такая палитра интересная. Значит, цвета, какие есть на баночке, такие должны быть и внутри флакончика. Ну, мы с вами все посмотрим. Да, вот. Вкладыш есть еще на английском языке. Состав. Это, конечно, уже приятно, что есть состав. Кому интересно, можно положить на паузу и почитать. Так, что еще у нас? На разных языках. Так, продолжаем. У нас выключили свет. Вот как-то так. Взяла свою малышку. Powerbank будем просушку делать. Так, продолжаем распаковочку. Вот эти красавчики, 6 ярких неоновых цветов. Так, сейчас возьму я свою палитру и будем делать выкраску. Баночки красивые, презентабельные,
Все, я их достала без вас. И будем сейчас выкрашивать. Так, что тут у нас заявлено? Цвет под номером 31. Что заявлено на баночке? Есть QR-код. И сразу с вами будем делать выкраску. Взяла прозрачные типсы. Будем выкраску делать как бы пол типса. Думаю, что достаточно, так как типса большая. Цвет будет видно. Емкость 10 мл. Консистенция не жидкая. Как видите, я взяла на кисточке, все держится. Ничего никуда не течет. Значит, будет удобно работать. Запах присутствует. Запах есть. Цвет такой фиолетовый. Он как бы идет немножко полупрозрачный, но это неоновая серия. На два слоя, я думаю, что будет хорошо. Так, по наполняемости баночки. По плечике наполнены хорошо. Немножко вам плохо видно. Кисточка удобная, легко наносить. Дальше следующий. Цвет под номером 32. Это уже синий цвет. Так, рядышком нанесем. Консистенция у них всех одинаковая. Очень красивый цвет такой, девчонки, насыщенный. Синий цвет просто супер. Так, поближе. Классный синий цвет. Баночка полная. Такой, как тут заявлено на баночке, такой он и вживую. Дальше. Это цвет под номером 34. Больше ничего нигде не указано. Это яркий желтый цвет. Очень красивый. Ну, посмотрим, насколько он плотный. Нужна ли ему подложка? Нет. Он, девчонки, красавчик. Он даже плотнее, нежели два предыдущие. Посмотрите, на прозрачной типсе. Просто супер. Молодцы, Моделонес. Еще раз цвет под номером 34. Это идет набором, я думаю, что можно и отдельно заказать цвета. Набором всегда выгоднее получается. Какой красивый, девчонки, зеленый неончик. И давайте на просушку. Это у меня лампа на 6 ватт. Sun Mini UFLED лампа. Моя лампа Sun One идет с адаптером. Как бы свет выключили. Будем сушить в этой лампе. Буду сушить 90 секунд, чтобы хорошо все просушилось. Так, посмотрим, неоновые ли они. Так. Видно, что они светятся, да? У меня также на ноготках неоновый цвет. Пускай сушится в этой малышке. Так, просушила два раза по 60 секунд. В этой малышке. И давайте будем наносить еще вот эти два. Значит, цвет под номером 35. Очень красивый, девчонки, такой розовый, что-то подобное, как у меня на ноготочках. Плотный, красавчик. Неончик. Баночка большая, надолго хватит.
И последний цвет под номером 36. Вот такой неончик. Оранжевый, неоновый. Это желтый, а рядом оранжевый. Но он более яркий, нежели на камеру. На камеру он приглушенный оранжевый, а вживую он более ярче. Такой, как в баночке. Немножко видно. Плотные, хорошие. Давайте я вот эти два полностью выкрашу их на типсу. Посмотрим, как на два слоя, как на один. Вот, на два слоя уже он хорошо полностью перекрыл типсу. Одного слоя мало. И синий полностью перекроем. На один слой мало, но на два слоя все замечательно. Консистенция у них хорошая, такая не жидкая, не будет ничего никуда затекать. Так, сейчас я вам поближе все покажу. За 120 секунд, за 2 минуты я сушила вот в этой малышке. Ну, Санван моя лампа за 30 секунд бы их просушила. К сожалению, свет сейчас выключили. И сушу от пауэрбанка. И на просушку на 120 секунд. Пускай сушится. Посмотрим, насколько они неончики. Очень классные. Видно или нет? Вот эти 4 вообще огонь. Красивые. Пускай они сушатся. И сейчас мы с вами перекроем все топом. И давайте посмотрим, просушились ли они. Да, все отлично. И давайте с вами перекроем топом. Вот такие красавчики. Пишите мне свои комментарии, как вам гель-лаки Моделонес. Красивая это у них неоновая серия. Очень мне понравились вот эти 4 цвета. А вам? Пишите. Мне всегда важна ваша обратная связь. Лампу все уже просушила. Вот такие красавчики, 6 неоновых гель-лаков от Моделонес. Ссылки будут в описании под видео. Спасибо, что вы были со мной, что досмотрели мое видео до конца. Кто еще не подписался, подписывайтесь, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Впереди вас ждет много чего интересного. Продолжение распаковки сделаем в следующем видео. Тут еще 8 гель-лаков у нас осталось. Обязательно сделаем выкраску. Смотрите в следующем видео. Хорошего вам дня, отличного настроения, удачных покупок. И всем вам до новых встреч. Всем пока-пока.